Добрый день. Давайте рассмотрим, как из CAD-системы перевести чертеж в PDF-формат для дальнейшего сдачи курсовой работы в электронном виде. Итак, для этого вам необходимо начертить, соответственно, чертеж с листами, обозначить соответствующие рамочки. Дальше поступаем следующим образом. То есть можно двумя вариантами. Первый вариант. Отправляем на печать ваш лист. Здесь выбираем, ну, либо виртуальный принтер создания PDF формата, либо непосредственно в CAD-системе есть такой принтер, который называется DVG-TOL-PDF. То есть переводим чертеж в PDF формат. Дальше выбираем лист, на котором нам необходимо сделать, соответственно, ваш чертеж. Давайте возьмем стандартные А3 формата с соответствующими размерами. Дальше можем отцентрировать, либо так просто оставить, соответственно, если поставим нулевые значения, как в исходном варианте было. Так, либо можно отцентрировать. Ну, давайте отцентрируем. Так, следующее действие. То есть мы выбираем, что печатать, эту рамку. Ну и нажимаем на кнопку рамки и обозначаем границы вашего листа. Как только вы сделали, то есть возвращается опять окошко распечатывания. Нажимаем клавишу ОК. Ну и то же самое, кстати, здесь вписываем, чтобы лист вписался именно в этот формат. Нажимаем клавишу ОК. Высвечивается стандартное окошко сохранения файла, в данном случае в PDF формате. Так, ну и нажимаем сохранить. В результате у вас чертеж переводится в PDF формат. Открывается окно просмотрщика стандартного PDF. Ну и здесь размещается ваш чертеж в виде PDF формата. Так, это вот первый вариант. Второй вариант. То же самое, у каждого CAD-системы существует так называемый экспорт. Ну и давайте, в этом экспорте существуют различные форматы, в которые можно переводить ваш чертеж, в том числе и в PDF формат. Нажимаем, высвечивается стандартное окно сохранения в PDF формате. Дальше мы здесь должны, ну, во-первых, переопределить лист, то есть назначить параметры листа. Ну вот здесь уже обозначен тот лист А3 формата. То есть можно назначить ориентацию у нас альбомная, ну и точно так же вписать в размер. Ну, единственное, здесь вот нету центрирования. Так, нажимаем ОК. Так, следующее действие. Точно так же, если нету здесь рамки, надо выбрать рамку. Появится вот следующее окно, выбор окна. Опять нажимаем. Ну и опять определяем размеры вашего чертежа по границам листа. Все, можем переименовать, чтобы у нас, ну, кстати, переименовывать даже и не надо. Ну и сохраняем. Все, ваш лист сохранился. Заходите в папочку, где у вас сохранен этот лист. Вот у вас то же самое. Здесь можно убирать некоторые объекты. Точно так же чертеж, выполненный в какой-то в CAD-системе, сохраняется в PDF файле. Для того, чтобы в дальнейшем, то есть сдать в электронном виде,
курсовую работу или коллекционную работу. Всем удачи, спасибо за внимание, ну и до свидания.